милые моему сердцу женщины. Я вас приглашаю на выездной арт-психологический тренинг в Ялту, в Крым. Этот тренинг я назвал общим таким именем «Перезагрузка». Перезагрузка нашей операционной системы. Ведь современное время, социум требует от вас, от женщин, быть напористой, бескомпромиссной, отстаивать свою позицию. И тут же мужчины требуют от вас быть женщиной привлекательной, сексуальной, модной, креативной и все успевать по хозяйству, как Золушка. Конечно, вот я говорю, требуют, обязаны. Вы спросите, да кому вы обязаны? А для кого вы должны? А я вам отвечу просто. Я вас люблю, женщина. И я вам говорю, точнее напоминаю, вы должны это делать для себя. Для себя, любимого. Ведь посмотрите вокруг, сколько женщин погрязло в быте. Вечно раздражены. Не чувствуют ни вдохновения, ни воодушевления от жизни такой. Посмотрите на себя в зеркало. Сколько грусть и переживаний отразилось на вашем лице. Морщинки у глаз, несмешливые, расплывшийся контур, суровая складка между бровей, второй подбородок, бульдожьи щечки. Изменения подкрались незаметно. А я вам говорю, хватит жить вот этим библейским законом, придуманным нами, мужчинами. Как будто этот мир устроен только для нас. И вы должны играть по мужским правилам. Увы. Ведь женщины забывают о собственных желаниях. Перестают ценить себя. Отодвигая вот эти собственные интересы куда-то так далеко, что сами забывают, куда положили. А какой результат? Их перестают ценить, уважать и любить близкие люди. Вы же это знаете. И вот женщина постоянно с чем-то или с кем-то борется. То с лишним весом, то с мужем, то с поведением детей, с семейным бытом, да даже с погодой. И в этой суете женщина не подозревает, что можно все это решить естественным путем. И не нужно ничего ломать себе, не мучить себя, ничего не разрушать. Вот на наших авторских тренингах, где мы будем проходить в местах энергетической силы Ялта, мы поможем раскрыть ваши ресурсы, научим качественно изменить вашу жизнь к лучшему. И вот вы тогда наконец осознаете, что можно получать удовольствие от этой жизни. Почувствовать себя счастливой и желанной женщиной. Так вот, программа этой перезагрузки, новая операционная система предусматривает. Во-первых, научимся верно презентовать себя. Вот этому искусству нравится. Создать свой индивидуальный, притягательный имидж. Ведь вы самые привлекательные. Я вам расскажу о тысяче секретах Клеопатры. И, конечно, научимся техникам дразнящего флирта. Немного сексуального флирта. Ведь нужно знать, как вести себя в обществе мужчин. И достойно привлекать их внимание, а не быть распущенной кокеткой. Ну и, конечно, я с вами поделюсь секретами психологии мужчин. Уж я-то знаю все секреты и мифы, которые созданы вокруг нас, мужчин. И выдам вам инструкцию по применению мужчин. Вы скажете, пусть он и изучает мою инструкцию. Друзья мои, девушки, женщины, любимые, вы же изучаете инструкцию электрической мясорубки, не прокручиваете свои пальцы на фарш. Давайте не будем прокручивать свою жизнь на фарш. И вот научимся
чтобы правильно применять эти знания в общении с мужчиной. Ну и, конечно, есть с детства, да и в юности вы получили психологические установки на одиночество. Как говорят, психологический венец безбрачия. Вот эти установки я вам расскажу, как снять. Я научу вас, как создавать образ своего мужчины, потому что он уже создан у вас. Помните, у Татьяны Лариной, она начиталась Дидро, и когда Евгений вошел, она вмиг его узнала. Правда, он не соответствовал этому. И вот мы тогда сможем, преодолев установки на одиночество, узнав свой образ, привлечем этого мужчину в свою судьбу. Я вас научу техникам ненавязчивого знакомства. Мы ведем этот тренинг в паре. Я мужчина и специалист женщина. Поэтому взгляд на женское поведение будет с двух сторон объемный. Я буду выдавать мужские секреты. Она будет вам рассказывать из глубины женского понимания этого. И поэтому мы коснемся такого интимного вопроса, как женская сексуальность и половое влечение. Вы-то и я, зная, сколько мифов существует о женском оргазме, о сексуальности в отношениях с мужчинами, и мы найдем истину этим сексуальным отношениям. Но также женщина испытывает тревожность. Иногда мучают бессонницы, мигрени, фантомные страхи. Я вас научу, как это преодолевать. Но самое главное, я научу вас владеть эмоциями, собственным настроением. Ну и продолжим писать сказки. Ведь во всех сказках, кроме одной про золотую рыбку, нигде не рассказано, как живут после свадьбы. В золотой рыбке там после свадьбы, не приведи Господь, так жить. А мы узнаем секреты семейного счастливого сценария. И я вам дам психологический брачный договор. Не там, где вы делите имущество с юристом, а там, где вы можете договариваться на берегу. Когда заходите в тупики кризисов, зная вот эту психологическую установку на семью, вы сможете договориться, сможете найти общее мнение со своим партнером. Ведь женщин больше всего мучают такие страхи. Страх отказа, страх быть отвергнутой, страх показаться белой вороной, не такой, как все. Но ей страх довериться. Ведь многие из вас доверялись и вас обманывали. И вот наступает разочарование. Мы избавимся от этих страхов. Их нужно преодолеть. И это не так уж сложно. Вы научитесь осознанно управлять своей жизнью. Поэтому записывайтесь на наш тренинг и едем в Ялту отдыхать и перезагружать свою операционную систему. Вот с этого и начнется наше с вами знакомство, совместная обоюдная работа. А в результате вы измените свое качество жизни к лучшему. Вы найдете свое семейное счастье, восстановите испорченные отношения. Потому что это семидневный тренинг, он погружение. Вы все время будете перезагружать свое сознание, свой внутренний мир. А мы вам сделаем подарки. Вы получите мой диск с видеотренингом по владению эмоциями и настроением. Книги мои в электронном виде. «Как понять мужчину, его секреты». «Искусство обольщения. 1000 секретов Клеопатры». «Секс и здоровье». А если вы нам дадите данные вашего года рождения, время рождения, место рождения,
где вы сейчас проживаете, вам за очень маленькую денежку напишут натальную карту. И обязательно бесплатно проведут консультацию и интерпретацию по содержанию этой натальной карты. Жить мы будем у моря 5 минут. Прямо из окна видно море. Я вот в конце этого ролика просто дам картинки гостиничных номеров. Питаться там же будем. Вообще у нас все получится. Я жду вас. Пишите мне, узнаете подробности. И мы поедем с вами в Крым, Ялту.